30 депутатов проигнорировали очередное заседание законодательного собрания. В зале собралось чуть более 40 народных избранников. Депутаты приняли закон об административно-территориальном устройстве Севастополя. Город поделили на 10 муниципальных округов, 10 советов, которые будут представлять по 10 депутатов. Сохранены 4 района – Ленинский, Гагаринский, Нахимовский и Балаклавский. К ним добавили 6 муниципальных округов – Андреевский, Качинский, Верхнесадовский, Орлиновский, Терновский и Инкерман. Споры начались при обсуждении закона о выборах депутатов. Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло предложил сделать перезагрузку, дать севастопольцам право выбора. В сельские советы выбирать депутатов только по мажоритарной системе. Так давайте мы тоже полную перезагрузку сделаем. Почему? Потому что не секрет, что у нас с партии регионов перешли в Единую Россию, в Справедливую Россию, еще от каких-то партий куда-то перешли. Да дайте право народу-то хотя бы, значит, в своем районе, да, выбрать тех, кого он хочет. Позиция Сергея Миняйло вызвала негодование у депутатов, представляющих политические партии. Они настаивали на смешанной системе выборов. В противном случае пригрозили вовсе их заблокировать. Я не понимаю, что вот сегодня происходит в этом зале. Если мы договариваемся до каких-то компромиссов, их же надо придерживаться. Иначе я просто предложу своим товарищам и тем, которые сформировались политические партии, заблокировать этот закон и заблокировать выборы вообще. Мужики, как вы себя ведете? Ну противно смотреть. Убедить депутатов законодательного собрания, учитывать интересы жителей Севастополя пытались депутаты-мажоритарщики районных советов. Сейчас вы решаете судьбу районов. Я работаю в районе, я хочу сказать, что депутат должен работать на округе. Я за мажоритарную систему. Это потому что люди знают своего депутата, и они работают на округе. После долгих обсуждений и нескольких попыток голосования закон все же приняли с поправками. Выбирать депутатов в 4 районах города будут по смешанной системе, в 6 муниципальных округах – по мажоритарной. Маргарита Пронина, Елена Анисимова, Павел Красиков, Севинформбюро.